Метроэкспо-2019. Самые интересные гости, самые актуальные новости сегодня. Александр Болдов, мой следующий гость, компания, которая вам известна, компания Паулик. Здравствуйте. Расскажите о том, с чем вы сегодня пришли к нам. Здравствуйте. Я пришел с нашим новым сортом кофе. Это органический продукт Паулик Мунда. Почему именно этот сорт мы выводим в этом году на рынок? Это полностью органика, это сертификат Fair Trade. Наши потребители, которые ведут здоровый образ жизни, сейчас нуждаются именно в таком продукте. То есть он полностью органический, и мы понимаем, где он вырос и как его вырастили. Это очень качественный продукт. Для тех, кто не является большим специалистом, расскажите, в чем особенные и отличительные особенности, скажем так, между органическим кофе 100% и неорганическим? Органический продукт – это продукт, в котором не используются удобрения, не используются какие-то вредные добавки. То есть продукт полностью натуральный, говоря простым языком. То есть это продиктовано условиями рынка, и все больше сейчас спрос на органические продукты, в том числе в напитках. Именно, да, и мы вот, собственно, хотим поддержать эту тенденцию. Кто-то из посетителей выставки уже продегустировал кофе? Да, конечно, приходите к нам на стенд, увидите вот такие пачки, они представлены во множественном виде, относительно других это новинка. И продегустируйте. Я предлагаю действительно всем, кто находится сегодня здесь, не упустить эту возможность. Мы предлагаем вам попробовать 100% натуральный новый кофе Паулик. Я думаю, что этот продукт известен абсолютно всем. Ну а вам я желаю найти своего потребителя. Спасибо.